Первый заместитель председателя Мособлдумы Лариса Лазутина оценила итоги благоустройства малинового оврага в Звенигороде. Инспекция прошла в рамках реализации проекта «Единой России. Городская среда» и отработки наказов народной программы партии. Работы на объекте были выполнены в 2022 году. Как отметила парламентарий, вместе со сквером Липа Чехова и улицей Красная гора Малиновый овраг становится единой общественной территорией, которая соединяется с Центральным парком и становится живописным городским маршрутом. Также в рамках инспекции Лариса Лазутина проверила готовность к крещению купели, расположенной на территории Савино-Сторожевского монастыря в Звенигороде. Купель была отремонтирована к 870-летию Звенигорода. По словам депутата, локация полностью готова к крещенским купаниям.